Здравствуйте! Из творчества наших соседей. Мы автобусу не братья, а, скорее всего, враги. Мы в него толпой заходим и всегда не с той ноги. Вот об этом и не только в нашей сегодняшней программе. Программе «Соседи». Программе о вас и для вас. Самой народной программе Новгородского областного телевидения. В эфире неразлучные ведущие. Владимир Ермошин и Екатерина Иванова. Добрый вечер. А еще сегодня у нас в гостях сосед, который знает о работе городских автобусов и троллейбусов. Все, ну или почти все. Заместитель директора Центральной диспетчерской службы общественного транспорта Виктор Михайлов. Виктор Валентинович, добрый вечер. Рада видеть вас в студии «Соседей». Добрый вечер. Здравствуйте. Работаем мы, как всегда, в прямом эфире. И телефон нашей студии 67-97-67. Я думаю, у наших соседей есть вопросы по поводу работы городского транспорта. Да, но прежде чем начать разговор, я предлагаю посмотреть сюжет, который подготовила Вероника Карпесонова. Она понаблюдала за работой специалистов Центральной диспетчерской службы и готова поделиться своими впечатлениями со всеми соседями. Наша съемочная группа не случайно приехала в Центральную диспетчерскую службу общественного транспорта в рабочий день примерно в 8:30 утра. Хотелось узнать, как работают специалисты ЦДС в час пик. Справедливости ради отметим, что движение по городу для этого времени суток тогда было вполне нормальное. Небольшой затор на проспекте Корсунова и в самом центре на улице Газон. Все это диспетчеры видели благодаря системе наблюдения. 10 камер расположены на самых оживленных новгородских автомагистралях. Кроме того, есть возможность пользоваться видеонаблюдением, которое ведет МЧС. С помощью этих камер мы отслеживаем в режиме реального времени состояние положения дел на маршрутной сети, состояние дорожной сети мы можем отслеживать, то есть ДТП где-то какие-то вопросы возникли, там снег вовремя не почистили. Нередко автобусы выбиваются из графика из-за пробок, говорят диспетчеры. На эти случаи в ЦДС есть прямая связь с ГИБДД и коммунальными службами. Мониторинг движения по транспортным артериям ведется постоянно. Мы выявляем участки, в которых действительно возникают проблемы. То есть, допустим, вот Корсунова, то, что мы вам сказали, значит, выезд с Державинского кольца, то, что я показал. Есть у нас вечером проблема возвращения через западный район мимо Славянской ярмарки. Значит, мы эти все моменты отслеживаем, делаем мониторинг информации за определенный длительный период и направляем в городскую администрацию. Рабочий день центральной диспетчерской службы начинается в 5 утра. Примерно в это время на улицы города выезжают первые автобусы. Задача диспетчеров постоянно в режиме реального времени контролировать движение общественного транспорта. Все ли машины вышли на линию, какой они вместимости, не отклоняются ли от расписания. Объем работы большой. Ежедневно новгородцев перевозят более 200 автобусов. Уследить за ними помогают не только камеры, но и специальное техническое оборудование. На маршрутной сети на 23 остановках установлены датчики. И каждый автобус имеет у себя, значит, установлен на автобусе так называемый блок, ну, мы называем блок управления подвижной единицей, блок УПЕ. Вот. Автобус, проезжая мимо остановки, в автоматическом режиме вот эта система считывает время прохождения данного автобуса в данной, через данную остановку, сравнивает его с расписанием, которое также заведено в программе. Программу тоже наши специалисты написали. И уже диспетчер получает непосредственно информацию. Специалисты ЦДС знают все о движении автобусов по городским улицам и всегда готовы поделиться этой информацией с соседями. Поэтому в случае возникновения вопросов смело звоните диспетчеру по номеру телефона 77-73-47. Он в точности чуть ли не до минуты скажет, когда к вам придет желанный автобус. Соседи Вероника Карпесонова, Сергей Корнев, Новгородское областное телевидение. Вероника Карпесонова призывала смело звонить диспетчеру, а наши соседи смело звонят нам. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, здравствуйте, Анатолий Федорович. Да, Анатолий Федорович. Я слышал, что с сегодняшнего дня изменилось расписание 101-го маршрута. Угу. Как гость вас скажет нам?
Значит, да. Это касается непосредственно работы нового перевозчика, который появился у нас на маршруте с 1 января. Вот, значит, когда он появился, мы предложили ему, естественно, работать по тому же расписанию, до которого существовало до этого момента. Это было бы, наверное, естественно, потому что и пассажиры привыкли, и расписание было согласовано со всеми предыдущими маршрутами, действующими на параллельных направлениях. Вот, значит, перевозчик принял решение самостоятельно составить расписание и работать самостоятельно. Но получилось некоторое неудобство в расписании для пассажиров. В связи с этим все-таки было ему рекомендовано согласовать с нами работу. И я могу сказать новгородцам, что, в общем-то, начиная уже с сегодняшнего дня, мы начали плотно работать с этим перевозчиком. Значит, вот сейчас, в настоящий момент, уже на нашем сайте должны быть расположены расписания маршрутов 22 и 12. И в течение буквально 1-2 дней мы проверим те расписания, которые предоставит нам перевозчик по маршруту 2 и по маршруту номер 101. Оно будет максимально приближено к тому расписанию, которое существовало по состоянию на сентябрь месяц. И я думаю, в ближайшие буквально день-два эти расписания появятся на нашем сайте transport.nov.ru. И, в общем-то, все встанет на свои места. И наш диспетчер сможет опять оказывать новгородцам подсказки, помогать, ориентировать, как работают автобусы на этих маршрутах. То есть в обычном режиме, как было и до сентября месяца. Тебе не кажется, что у нас не получится сегодня свои вопросы задавать? У нас получится очень напряженный эфир. Еще один звонок. Есть. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый день. Да, слушаем вас. Гаврилов Иван. Да, У меня вопрос Виктору Михайловичу. Валентиновичу. Иван Валентинович Гаврилов. Виктор Михайлович, ехал я на автобусе номер 16. Автобус сломался. Мы, сохраняя билеты, вышли на остановку, сели на 8А. А нам кондуктор говорит, вы либо платите, либо выходите, потому что мы другая компания другая. Понимать? Вопрос понятен. В общем-то, да, такая проблема в городе существует. К сожалению, новая проблема. Да, в общем-то, аналогичные обращения были. Редко, конечно, но бывают. Проблема заключается в том, что, в общем-то, федеральным законодательством определено, что в случае выхода из строя автобуса перевозчик обязан пассажиров с теми же билетами, без дополнительной оплаты, пересадить на автобус своего предприятия. Вот. Но поскольку у нас 4 предприятия, здесь возникает вопрос. То есть, почему с одного предприятия пассажиров должны пересадить на автобус другого предприятия? Мы со своей стороны, как ЦДС, вышли с предложением к перевозчикам, чтобы они заключили между собой соглашение. То есть, чтобы независимо от перевозчика сломался автобус номер 16. Ну, бывает такое. А по этой улице ходит только 8А. Ну, не так часто это и бывает. А следующий, 16-й, будет через 10-12 минут. Перевозчики рассматривают. Думаю, вот как же, где нет такого, цеховая, корпоративная солидарность. Да. То есть, в общем-то, случаи такие бывают, но не очень часто, чтобы как-то сказаться там. Проездные-то действуют на всех маршрутах и у всех перевозчиков. Я знаю, что у тебя проездной, прекрати его рекламировать. Нет, тут-то они договорились. В данном случае проездной был бы, конечно, решением всех проблем. Да. Звонок еще один у нас есть. Добрый вечер. Пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире соседи. Алло, здравствуйте. 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 Говорите. Тему невозможно пропустить, очень актуальная. Следующую медицину делайте, пожалуйста, еще хуже. Так, вот я быстро начинаю перечислять. Первое, побольше информации. У многих нет компьютеров. Надо давать информацию именно в газете «Новгород». Просто вот расписание, изменения и так далее. Вот сейчас вы какую-то анкету проводите. Опять через интернет. Значит, мы не участвуем. Вот ряд частных населения вообще нет компьютеров. Это первое. Второе. Вот было, не знаю, будете говорить или нет, по поводу валидаторов. Запомнила, почему от слова валидол, вот и запомнила. Значит, 35 тысяч была названа цена на 200 автобусов, я умножила. Вышло нулей, не хватает, миллионы. То есть, я так понимаю, что это опять заложено в цену. Это ужас.
отменить, не сделать. Третий вопрос, и в конечном итоге очень все равно дорого, очень дорогой транспорт. И льготный или льготный мы просто не покупаем. Это очень дорого. Спасибо. Это три вопроса. Большой комплекс вопросов. Все ли они к вам, я не знаю. Но ну, давайте по порядку. Больше информации. Да. Давайте насколько по порядку. Это реально вот такие простыни печатать с расписанием? Значит, больше информации. Ну, во-первых, конечно, век современных технологий, вся информация в интернете. Легко изменить, легко, значит, внести какие-то изменения. Да, мы понимаем, что определенная часть пассажиров, в общем-то, не имеет доступа к интернету. Но может есть быть. У детей, да. Ну, у есть дети, есть соседи. Есть соседи, есть, которые, в общем-то, практикуются. Такое просто можно распечатать на маленькой бумажке расписание необходимого автобуса вот, и иметь с собой. Но, тем не менее, я хочу, чтобы, в общем-то, наверное, уже общеизвестный телефон в Великом Новгороде, это 77-73-47. Это диспетчер центральной диспетчерской службы. По этому телефону можно звонить ежедневно, в выходной, в праздник с 6 утра до 23 часов. Да. Там сидит девушка, диспетчер, которая вам с приятным голосом. Она может вам дать любую информацию. Расписание, пожалуйста. Значит, возникают в городе какие-то пробки, автобус опаздывает. Девушка вам скажет, что да, вот по расписанию автобус опаздывает, но будет через там, 5, 10, 15, 20 минут. Или он, извините, сломался, следующий, к сожалению, будет только через 40 минут. Uh-huh. Такую информацию вам она тоже даст. Если вы гость города и несколько не ориентируетесь в схеме города, она вам подскажет, на каком автобусе можно доехать из одной точки в другую. То, что касается размещения... Валидаторы. Валидаторы, да. Про размещение в газетах. Значит, ну, во-первых, с газетой «Новгород» мы взаимодействуем через городскую администрацию. Но там размещается, в общем-то, информация такого масштаба, то есть переход на зимнее расписание. Значит, какие-то нюансы, связанные, допустим, с проведением, когда перекрывается город, спортивные мероприятия какие-то, значит, ремонтные работы. То есть вот такая информация размещается в газете «Новгород». Ну, а разместить всю информацию о работе всего общественного транспорта, к сожалению, не представляется возможным. Ну вот для справки я вам цифру приведу, что в городе работает 200 автобусов, значит, в день выполняется 3500 рейсов. И у нас в городе 309 остановок. То есть вот эти 3500 рейсов расписать на 309 остановок, ну, это, наверное, нужен тираж газеты за полгода, все разместить. Конечно. А что касается валидаторов? Ситуация. Валидаторы. Значит, вопрос организации электронного проезда, безусловно, он существует. К нему наши перевозчики уже несколько лет назад в первый раз пытались обратиться. Вопрос в том, что введение вот это, безусловно, удобно. Удобно кондуктору. Удобно пассажирам, удобно организаторам перевозок, потому что с помощью электронного проезда можно где-то регулировать какие-то вопросы пассажиропотоков. Допустим, вот я знаю, в Санкт-Петербурге мы были по обмену опытом, там, разовый проезд там, в час пик составляет 22 рубля, а в межпиковое время 21 рубль. То есть та бабушка, которая с утра поехала за маслицем, значит, на рыночек, она: не поеду я в час пик, а поеду в 10 часов. Рублик сэкономлю, куплю масло. А мы в час пик, в общем-то, разгружаем автобусы. Безусловно, электронный проезд был бы удобен. Но проблема заключается в том, что вот этот сам проект, к нам обращаются, несколько обращений к нам было. Введение вот этого проекта требует, ну, как сказать простым языком, большую стартовую сумму. Капиталовложение. Все это относись, как посчитала наша соседка. То есть, то есть, понимаете, естественно, бюджет Новгородской области — это не бюджет наших столиц или каких-то других более таких субъектов. Да. А если это делать за счет перевозчиков, то это все, опять же, заложено на нас с вами. Не за счет перевозчиков. Но, тем не менее, департамент от этой идеи не отказывается. Значит, ищутся инвесторы, ищутся какие-то возможности, варианты. То есть, потому что все равно, рано или поздно, все равно мы к этому придем. Вот я знаю только одно твердо, что я веду эфир с Нострадамусом. Наших дней, да, Нострадамусом. Что значит? Потому что еще вчера, когда мы только объявили тему, что будем говорить про транспорт, ты сказал, вопросы можно не готовить. И это так. Да. Два звонка у нас на линии, слушаем первый. Это я так прелюдию, да?
Пожалуйста, вы в прямом эфире соседей говорите. Алло. Да-да-да, мы слушаем именно вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к уважаемому нашему гостю. Да. Вот я, мы живем здесь на Менделеева, Химиков, космонавтов. У нас богом забытый район. 35А ездит, наверное, час один раз. А мы идем и с детьми, и на работу. И у нас дети в поликлинику надо на кочу туда везти. И вот ждешь, стоишь его, не дождаться. Я часто езжу по Мира, с Мира 40, отъезжаю в нашу сторону. И там 19 через каждые 5 минут идет. Шестерка через каждые 5 минут. Троллейбусы ездят, а нашего 35А не дождаться. Спасибо большое. Вопрос понятен. Ну, в данной ситуации, конечно, вопрос имеет место быть, но, тем не менее, маршрут там есть. Ну, давайте смотреть на вещи четверка реально. Четверка ходит, да, по-моему? Нет. Там 35А. Там, где по рабочим дням он заезжает через Химиков, через Менделеева и возвращается на Корсунова. Значит, такой маршрут как таковой существует. Значит, вопрос, наверное, в чем здесь следует вот заявителю обратиться? В какое время нужен этот маршрут? То есть, понимаете, делать рейсовый маршрут на Химиков, согласитесь, Химиков и Мира раз несколько нагрузочные, да. Вот. Разные нагрузки совершенно. Абсолютно разные нагрузки, но тем не менее мы обращались люди, мы нашли возможность туда завернуть несколько рейсов. Значит, вопрос только возникает в том, что в какое время, как правило, вот такие рейсы мы стараемся подстатить, они идут под работу поликлиник, школ и так далее. То есть выполняются отдельные рейсы. Поэтому в данной ситуации нужно просто, может быть, обратиться непосредственно к нам, в диспетчерскую службу. По телефону, к сожалению, вот эти вот изменения, в общем-то, не вносятся. То есть нужно обратиться в департамент. Ну, вы подскажете, как это сделать. Да. Есть сайт департамента, есть интернет. Можно просто, желательно, еще у нас есть мини-мэрии, так называемые, центр. То есть, понимаете, если обратился один человек, это одно. А если обращается группа с поддержкой мини-мэрии, то есть это вопрос уже, значит, заслуживающий внимания. Другой вес. И, надо говорить конкретно. Мы хотим ехать вот в такое время. То есть, понимаете, там через каждые 5 минут Химиков, к сожалению, кстати, расписание 35-го ведь можно тоже посмотреть. Можно посмотреть у нас на сайте расписание, узнать по нашему телефону расписание, просто подойти под это расписание. Можно, выходя на остановку, позвонить по этому телефону и у девушки спросить, а не задержится ли 35-й такого-то отправления? Слушаем еще один вопрос от соседей. Добрый вечер. Пожалуйста, говорите. Вы в прямом эфире программы «Соседи». Алло, добрый вечер. Да-да. Я хотела рассказать вам такую историю. Была в Подмосковье в гостях. И очень было приятно. Я человек там новенький. Но на каждой остановке есть доска объявлений, на которой просто на бумажном носителе написано временное расписание с такого-то числа по такое-то число. И телефон диспетчера. Очень корректно, очень доступно. Можно один уточняющий вопрос? Подмосковный город, какая там численность населения и сколько автобусных маршрутов? Вы знаете, сами понимаете, что такое Подмосковье и Великий Новгород, хотя называется Великим. Сейчас, или я вас неправильно не поняла, или мне стало немножко обидно. То есть соизмеримые города. Нет, вы знаете, мне стало обидно, потому что там отношение к людям немножко другое. Автобусы и троллейбусы у нас в городе для народа. И если я прошу, мы просим просто повесьте на формате, как говорится, но не А4, побольше, временное расписание хотя бы на неделю. Мы будем очень благодарны. Спасибо. Спасибо вам. Как инициатива? Информация на остановках есть. Вопрос, в общем-то, понятен. Значит, сразу разделим полномочия. Маршрутная сеть и остановочные пункты – это функции администрации Великого Новгорода. Но
Тем не менее, значит, информация на остановочных пунктах должна быть размещена. Значит, в свое время, вот к юбилею города, мы, центральная диспетчерская служба, в общем-то, за счет своих средств изготавливали формата А4 вот эти желтые таблички, на которых был перечень маршрутов, интервалы движения по часам, вот, телефоны предприятий, телефоны контролирующих. И они до сих пор есть. К сожалению, значит, у нас был антирекорд, одна из табличек провисела 22 часа на остановке. На память взяли туристы? Взяли часть таблички на память. Остальная часть почему-то осталась... Значит, бумаги не было вот. Записать. Да. Не суть. Ну, в общем-то, такая проблема существует, но, тем не менее, она решается. Вот сейчас городская администрация нашла партнеров, значит, одну из организаций такси, вот, которая вызвалась за свои средства изготовить на формате информацию именно о движении автобусов на вот этих вот остановочных пунктах. Они исполняют непосредственно нашу всю информацию, размещают об автобусах, о расписаниях, интервалах движения, но в уголочке где-то они оставляют свой телефончик. Если вы не дождались автобуса, звоните к нам в такси. То есть такое, в общем-то, взаимодействие. Еще один звонок. Добрый вечер. Пожалуйста, говорите по возможности коротко. Здравствуйте. Здравствуйте. По Деревенинскому мосту пустили автобус на маршрута номер 1. Он... проезжая, останавливается у Щусева, остановки разворачивается, идет обратно. У меня предложение. Пустить этот автобус до Григорова и потом сделать как бы два маршрута в обратном направлении, как 19 и 20 ходят. Поскольку автобусов номер 1 очень много пущено на в рейсы. Вот такая инициатива от соседей. Спасибо. Рассмотрите? В общем-то, механизм рассмотрения вот этих вопросов я буквально только что объяснил. С инициативой через мэрию. Деревенинский мост – это, в общем-то, экспериментальное движение. Вот, были задействованы маршруты, проходящие вблизи этого моста. Но вот, как показал анализ информации департамента транспорта, в общем-то, какого-то особого интереса маршруты эти не вызвали. Хотя Деревенинский мост сам по себе, вот мы анализировали и расположение, значит, и жилых массивов, и мест там работы. Вот, то есть он должен быть востребован. Ну, по крайней мере, по Деревенинскому мосту мы будем работать. Соседи, безусловно. Не переключайтесь, мы вернемся в студию после рекламы. Диарея, изжога, запор. Спросите в аптеке Эубикор. Ты же знаешь, я все время мерзну. Принимаем сбережения со ставкой 18,8% годовых. Балтийский фонд сбережений. Летим на Кубу. Там точно жарко будет. Сегодня уже миллионы людей используют электронные госуслуги. Потому что это позволяет экономить время. Все функции собраны в одном месте, а работа построена так, как это удобно вам. Зарегистрируйтесь на портале, не выходя из дома, и вы сможете проверить и оплатить штрафы ГИБДД, задолженности по имущественному и транспортным налогам, записать ребенка в детский сад или назначить прием у врача. Для регистрации вам понадобится ввести только паспортные данные и СНИЛС. Для полного доступа к порталу и сайтам органов власти необходимо подтвердить вашу учетную запись. Это легко сделать, обратившись в один из многочисленных центров регистрации, расположенных рядом с вашим домом. Подтвержденная учетная запись гарантирует максимальное удобство и доступ ко всем услугам портала, включая получение загранпаспорта и регистрацию авто, а также позволяет работать с сайтом Федеральной налоговой службы и порталом Пенсионного фонда России. Госуслуги. Проще, чем кажется. Виктор Валентинович, я, честно говоря, не припомню, когда в последний раз нам не удавалось задать ни одного своего вопроса с дядей Вовой. Поэтому вот сейчас мы это сделаем. Еще раз повторите для зрителей телефон. Куда обращаться по поводу движения транспорта? Каких-то инициатив по поводу интервалов движения, маршрута, расписаний? Если быть кратким, значит, во-первых, значит, все, что касается организации движения, маршруты, куда ехать, какие изменения у маршрута, это полномочия департамента транспорта, нашего заказчика. Все, что касается состояния подвижного состава, грязный автобус, не вовремя приехал, значит, невежливый кондуктор, это обязанность перевозчика, жаловаться нужно непосредственно перевозчику. ЦДС в данном случае выступает непосредственно как справочная служба об организации движения автобуса.
автобусов. То есть у нас можно, в принципе, узнать все. Даже если вы не знаете, где и как решить этот вопрос, угу, можно позвонить нашему диспетчеру по телефону, да, 77-73-47 и да, просто изложить свой вопрос. По крайней мере, если этот вопрос не можем мы решить в рамках ЦДС, да, то мы подскажем, куда и кому нужно обратиться. Девушка с приятным, да, Виктор Валентинович, все разъяснит. Точно проверял. Виктор Валентинович, спасибо вам. Напомню всем соседям, что сегодня у нас в гостях был заместитель директора Центральной диспетчерской службы общественного транспорта Виктор Михайлов. Придете еще, вот прямо сейчас обещаете, придете еще в соседи. Придем. Потому что вопросов, сами видите, очень много. Соседи, безусловно, спасибо. Завтра в 20:35 будем ждать новой встречи с вами в эфире НТ. До свидания, доброй ночи. Всего доброго.